В железнодорожном районе областного центра начал работать новый рентген-кабинет. В соответствии с новыми стандартами, кабинет открыт на самом современном уровне с возможностью цифровой обработки снимков. Конечно, открытием данного рентген-кабинета мы максимально приблизили медицинскую помощь, улучшили раннюю диагностику всех заболеваний. Стоимость такого оборудования составила более 12 миллионов рублей. Сумма не маленькая, но, как говорят специалисты, все лучшее детям. 150 рентген-снимок аппарата получили Наталья и ее дочь Валерия. Назначены были два снимка носика и легких. Были очень рады, когда узнали, что у нас рядышком делают снимки. Не как раньше ездили на Льва Толстого, без очередей, подошли без времени, сделали снимки. Все сразу получили. Изменения ждут и детскую поликлинику номер 6 за Свияжье. Впервые за 25 лет здесь начали капитальный ремонт в соответствии с новыми стандартами. Сейчас мы полностью обновляем всю инфраструктуру данной поликлиники. Это полная замена воды, электроснабжения, это полная замена системы и отопления, и окон, это замена полов. Все делать для того, чтобы это были максимально комфортные условия и для медиков, и для наших посетителей. На ремонтные работы было затрачено свыше 9 миллионов рублей. Дополнительно было закуплено современное оборудование для более быстрого и качественного уровня обслуживания. В течение месяца все ремонтные работы будут завершены, а поликлиника начнет работу в штатном режиме. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.